столетию создания ведомства, а именно российской милиции, 135 ветеранов МВД получили юбилейные медали. Среди них и Валерий Иванович Трифонов. Он 25 лет отработал в органах внутренних дел и с советской милиции ушел на пенсию. Волнуемся. Честно говоря, получил уже немало наград, но получая эту награду, все равно волнуешься. Потому что каждая награда – это след в жизни, это время. В зале ветераны МВД, сотрудники отделов и подразделений современной полиции. С профессиональным праздником и юбилейной датой поздравил глава города. Лучше вас поздравить с вашим профессиональным праздником. Мир вам над головой. Особенно ветеранов поздравляю. Дай Бог вам удачи, счастья и любви. Еще раз праздник. Сотрудники органов внутренних дел достойно выполняют свой профессиональный долг, ежедневно обеспечивая безопасность граждан. Лучшие из них были награждены грамотами и благодарственными письмами от главы города и руководства регионального управления МВД России. 6 полицейских получили повышение в звании. Татьяна Баловнева, Анжелика Боровинок. Наше время.